что, попрощаемся с подписчиками? Ну давай сделаем это. Наша фирменная фишечка. Кажется, мы уже делали это на твоем канале. Да, точно, точно. Всем покасики. Ну и чё, куда дальше двинем? Я не знаю. Ну посмотрим по ходу пьесы. Давай просто прогуляемся на солнышке, погода такая обалденная. Хороший магазинчик, почему я о нем раньше не слышала? Какие прикольные штучки здесь. Зацени, Джисуха. О! Какая дешевая вульгарность. В жизни бы не купила бы себе такие очки. Ха, стыд и срам. А как тебе такой вариант? Да, ты стала похожа на зубрилку. Ну-ка, я тоже попробую напялить. О, вот это видок. Теперь мы оба стали похожи на зубрилок из колледжа. Эй, там продаются джинсы. Обожаю джинсы. Джинсы – это моя слабость. Ну и что за ширпотреб? Хоть бы товар обновили к моему приходу. О, зацените, джинсы цветом детского поноса. Хотя, может быть, примерить что ли? Да делай, что хочешь, мне пофиг. А что, мой размерчик? Он будет неплохо сочетаться с твоим топом. Давай быстрее собирай шмотки и вали в примерочную. Джису, выбери себе что-нибудь. Не-не-не, спасибо, я такое даже примерять не буду. Ну не хочешь, как хочешь. Ну а вы, подписчики, подождите 5 минут, мы сейчас придем, не скучайте. Мы снова тут, не скучали, подписчики, без нас? Че, Алиса, разминаешь свою челюсть? Все время хаваем. Не говори. Так неловко иногда. Оп, бисмилля. Достанем свою камеру, поснимаем, похвастаемся зрителям. Ванильное пирожное, а также мороженое. Сейчас я буду его трескать. Будем пить ледяное американо. Я сделаю это. Обожаю ванильное мороженое. О, оно такое вязкое. Да быстрее уже ложи его в рот, что ты паришься. Мы только что обожрались десертом, а теперь намсан. Здесь до сих пор цветут сакуры. И воздух какой свежий. Весна в полном разгаре. Весеннее бомбическое настроение. О, глянь, кажется, я белку видела. Она только что была на том дереве. Где, где? Куда она подевалась? Кажется, у них тут целое семейство. Смотри, вон там одна, и там, и там. Кажется, это они сбрасывают на землю цветы. Пойдем еще дальше, пройдемся по этой тропинке. А я захватила свой одноразовый фотик, чтобы пощелкать себя. Да достала ты уже со своим фотиком. Ладно, ладно, Джису, пристройся туда, сейчас я тебя щелкну. Блин, утормуйка ты. Ну-ка, Джису, глянь. Че столько народу проходит и не просят автограф? О, как я устала ходить пешком. Не забудем запечатлеть этот кадр. О, устала. О, смотри, это же гора Намсан, наконец-то прибыли. Сделаем пару кадров. Все, ребятки, приехали. Фотик, кажется, сдох. Ну а что вы хотели? Это одноразовый фотик. Не забудьте ставить хэштеги Lily0327. В прошлом выпуске я говорила вам об этом. Блин, Джисуха, понеси, пожалуйста, меня на руках. Ноги меня уже не несут. Я уже заработала себе мозоли на ногах. Че, тогда пройдемся по кругу и на этом все? Я не в состоянии переться дальше до этой горы. Бола эртректарт, ямбашма сызуткетте. Ну вот и закончилась наша экскурсия по Намсану. Тебе понравилось? Без базара. Окей, в следующий раз ты приглашаешь на экскурсию и все расходы берешь на себя. И бензин в том числе. Договорились? Окей. Подписывайся, ставь лайк и следи за контентом Лисы. Прикольно, да, мы с тобой туда-сюда на камеру смотрим? Копсюс, бухсюс. Короче, давайте, родные, не болейте, мы вас любим. Пока, сики.